имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои ютуб-зрители. С вами я, Павел Бегичев, митрополит церковной старокатолической провинции Святого Михаила Архангела. Это 20-я серия программы «Ортодоксия онлайн». Говорим об ортодоксии человеческим понятным языком. И мы продолжаем говорить о малых решениях Вселенских соборов. О малых не в смысле значимости, а в смысле известности. И сегодня мы поговорим об одной маленькой анафеме Третьего Вселенского Собора, практически незаметной на Востоке, но породившей так много споров на христианском Западе. В постановлениях Третьего Вселенского Собора эта маленькая ересь называется «келестиево мудрствование» или «целестиево мудрствование». Но на Западе эта ересь известна как широкое и мощное богословское движение пелагианства, с которым вступил в единоборство сам Августин Блаженный. Название этой ереси дал монах Пелагий, житель Британии, человек мощнейшей силы воли, приверженец строгой аскезы и человек доброго нрава. Высокие моральные качества Пелагия признавали даже его оппоненты. Но вот учение Пелагия вызвало возмущение у ряда ортодоксальных служителей Божьих. Но если Пелагий был человеком тихим, не любящим света прожекторов, и, может быть, его учение, его ересь так бы тихо и угасло вместе с ним, но у Пелагия был друг и ученик по имени Целестий, а тот отличался неугомонным миссионерствующим нравом. И именно он учение Пелагия сделал известным. В чем же состояло учение Пелагия? Пелагий не признавал такого понятия, как первородный грех. Ну, в том смысле, что когда Адам согрешил, это было его личное дело, никак не повлиявшее на его потомков. Ну, разве что кроме дурного отрицательного примера. Пелагий отрицал силу греха, живущую в каждом человеке с самого рождения. Он учил, что человек рождается добрым, хорошим, благим, безгрешным и начинает грешить только из-за того, что окружение плохое. То есть каждый грех – это просто акт воли человека. И уж, конечно, грех не был причиной смерти, смерть была естественным состоянием Адама. Но тут как в поговорке, сказавший А, будь готов сказать и Б. Если ты отрицаешь наличие первородного греха и не веруешь, что смертность наша, как духовная, так и биологическая, есть следствие этого греха, тогда ты должен признать, что и благодать Божья не нужна для спасения. И Пелагий учил и этому. Он говорил о том, что благодать Божия, ну, это всего лишь такое доброе похлопывание по плечу со стороны Бога. Ну, как такое одобрение, вдохновение, но ни в коем случае не спасительное средство. Это все то доброе, что Бог дает человеку в природе, в истории. Благодать сотворила человека, благодать сообщила нам высшую истину в Иисусе Христе. Страдания Христовы на кресте были для нас добрым примером самоотречения. А спасаемся мы сами, преодолевая лишь некоторую привычку грешить, сформированную плохим окружением, плохими социальными или экономическими условиями. Пелагий учил, что любой человек в состоянии перестать грешить, если он этого как следует захочет. И его друг Целестий сформулировал это учение в виде 6 догматов. Во-первых, Пелагий и Целестий учили: Адам умер бы, даже если бы не согрешил. Во-вторых, Адамов грех – это его личное дело, и его грех не может быть вменен всему человечеству. Третье. Младенцы рождаются в том же состоянии, что был сотворен Адам до грехопадения. Поэтому младенцы не нуждаются в крещении для того, чтобы достичь вечного блаженства. Четвертое. И до Христа, и после Него существовали люди абсолютно безгрешные, совершенные, никогда не грешившие. Пятое. Закон Моисеев ведет к спасению точно так же, как и Евангелие. Ну и шестое. Как грехопадение Адама не было причиной нашей смерти, так и воскресение Христа
не является причиной нашего воскресения. Вот такая незамысловатая ересь. Разумеется, такие воззрения не могли не вызвать справедливой критики со стороны ортодоксальных богословов. И поскольку Пелагий и Целестий были людьми с Запада, то и противостояние этой ереси, конечно же, в основном началось на Западе. И главным оппонентом ереси Пелагия стал Августин Блаженный. Речь шла о сути нашего спасения, и это было очень важно. Пелагий утверждал некий монергизм в спасении. То есть человек спасается одной причиной. То есть для спасения у человека есть одна причина или одна энергия. И эта энергия человеческая. То есть человек спасается сам. Бог радуется о нем, подбадривает его своей благодатью. Наверное, кричит «давай, давай». Но в принципе это монергизм. То есть человек идет к спасению сам. Сам идет в Царство Небесное. В противовес этому еретическому монергизму Августин Блаженный начал учить монергизму Божьему. Да, у человека есть одна энергия для спасения, учил блаженный Августин. Но это энергия Божья. Никаких заслуг человеческих в деле спасения нет и быть не может. Вся слава за наше спасение принадлежит только одному Богу. Мы спасены благодатью через веру, независимо от наших дел. Не от дел, чтобы никто не хвалился, как и говорил апостол Павел. Надо сказать, что на православном Востоке с подозрением смотрели на идею монергизма. Потому что для православного сознания дело спасения – это синергия. То есть совместное делание Бога и человека. «Бог спасает нас не без нас». Эта фраза Афанасия Великого становится главным сотериологическим девизом православного Востока. И в православном богословии, в восточном богословии над спором Августина и Пелагия как бы встал Иоанн Кассиан, который несколько уточнил позицию Августина. На мой взгляд, совершенно неправомочно так уж разводить в разные стороны позиции Иоанна Кассиана и Августина Блаженного. Оба они боролись с ересью Пелагия, каждый как бы со своей стороны. Но, к сожалению, сегодня почему-то модно их учение противопоставлять одно другому, нежели воспринимать как некое уточнение позиций. Но давайте об этом позже. Давайте поговорим, что же насчет человеческой греховности сказано в Писании. Каково апостольское и пророческое учение о том, насколько пал человек и нуждается в Божьей благодати для своего спасения? А Библия говорит, что грех является всеобщим. Мы читаем в Ветхом Завете, Третье Царство. Нет человека, который не грешил бы. Псалмопевец восклицает: «И не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобой ни один из живущих». Премудрый Екклесиаст с горечью пишет: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Да и Новый Завет вторит: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Но Писание всех заключило под грехом. «Весь мир лежит во зле». На самом деле, подобных цитат гораздо больше, чем я привел. Вы их сами можете найти очень-очень легко. Но что же говорит Писание о силе и глубине нашей греховности? Пророк Иеремия заявляет: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Лукаво, то есть порочно. Более всего порочного в мире порочно сердце человеческое, то есть средоточие человеческой личности. Крайне испорчено. Это как бы последняя стадия болезни перед смертью. Таким образом, Писание утверждает полную человеческую греховность. Греховно тело человека, Римлянам 6:6. Тело греховное, называет нас апостол Павел. Греховен наш разум. Мы читаем 2 Коринфянам 4:4. Бог века сего ослепил умы у неверующих. Грехом поражены наши эмоции. Язычников, читаем мы, предал Бог постыдным страстям. Римлянам 1:26. Да и воля наша повреждена грехом, быв прежде рабами греха. Римлянам 6:17.
И откуда же взялся вот этот грех, который полностью поразил нас, и от которого нет избавления, казалось бы? Апостол Павел, наверное, уж не последний человек в смысле аскезы и добродетели христианской, и то восклицал: «Бедный я человек, доброго которого хочу не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Откуда это в нас? И апостол Павел ясно говорит нам, что первородный грех, конечно, передается нам через Адама. Римлянам 5:12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Поскольку мы потомки Адама, мы как бы генетически восприняли вот эту болезнь греха от Адама. Мы полностью испорчены грехом. Римлянам 3:10-12. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». И самое жуткое, что мы не можем самостоятельно избавиться от греха. И об этом тоже говорит нам Писание. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» И только Божья благодать способна абсолютно переродить нас. Нам требуется новое рождение, не просто добрый пример, не просто хорошее обучение, нам нужно коренное изменение нашей природы. Кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое. «Должно вам родиться свыше», говорил Иисус Христос. Вспоминается старая восточная притча о мудреце и восточном владыке, правителе, которые спорили о том, что важнее, природа или воспитание, образование и просвещение. Правитель выступал апологетом образования, и в доказательство своей правоты он щелкнул пальцами, вдруг открылись двери, и в зал на задних лапах вошла кошка. В передних лапах несла она блюдо с фруктами. Властитель сказал философу: «Вот это образование, это воспитание, это просвещение». Философ попросил день отсрочки для своего контраргумента. И на следующий день, придя во дворец, попросил повторить этот трюк. Властитель хлопнул в ладоши, открылись двери, и кошка на задних лапах вошла в зал, неся в передних лапах поднос с фруктами. И тут философ достал из кармана мышь и выпустил ее. Бросив поднос, кошка бросилась за мышью. А философ, обращаясь к властителю, сказал: «А вот это природа». Человек рождается испорченным. Никто не учит своих детей врать, драться, вести себя эгоистично. Мы не наставляем в этом детей. Дети это как-то и сами умеют. А вот добру их приходится учить. Это ли не доказательство того, что человек рождается падшим? Нам легко делать зло, а чтобы сделать добро, нам нужно собрать все внутренние ресурсы. И даже после рождения свыше греховная природа в нас еще сопротивляется, и ее нужно умерщвлять. Ибо и сказано в Писании: «Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». И даже есть опасность ожесточиться, обольстившись грехом. И, конечно же, Адамов грех вменяется всему человечеству. И в Библии есть эта концепция вменения. Вменить – это означает поставить в вину или засчитать, вовлечь, заставить разделить что-либо. Причем вменяется как грех, так и праведность. И Адамов грех вменен всему человечеству. Мы читаем: «Как преступлением одного всем человеком осуждение, так праведностью одного всем человеком оправдание к жизни». Вот здесь юридические концепции – осуждение и оправдание. То есть ты становишься замешан как соучастник в грехе Адама и осужден за его грех, но ты становишься также замешан и в праведности Христа. Личные грехи вменяются каждому согрешившему, но верующим Бог не вменит греха, потому что Бог во Христе примирил нас с собою, не вменяя людям преступлений их.
Мы читаем о том, что грехи всех людей были вменены Христу. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Но и праведность Христова вменяется верующим. И в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Таким образом, мы видим, что грех вошел в нас бытийно, онтологически, и обвинил нас юридически. Но и Христос онтологически, бытийно исцеляет нас от болезни греха, потому что Он нас обоживает, и, конечно, Он снимает с нас юридическую вину. И без Бога мы спастись никак не можем. Бог помогает нам даже в бытовых делах. Писание говорит, если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Что уж говорить о деле спасения. Мы даже дом построить без Бога не можем. А уж войти в Царство Небесное и подавно. Кстати, уж так пришлось, что, наверное, главным оружием против ереси Пелагия, главным оружием православия, должно бы стать лютеранство. Мартин Лютер, монах-августинец. И именно он вытащил из-под спуда те богословские акценты, которые позже вошли в формулу согласия, где первый артикул – это убеждение в абсолютной испорченности человеческой природы. Первородный грех является отнюдь не слабым и незначительным, но столь глубоким извращением человеческой природы, что ничего здорового или неразвращенного не осталось в человеческом теле и человеческой душе. Да, мы можем делать добро, ну, например, вы, будучи злы, можете даяния благие давать детям вашим. Но это добро совершенно не спасительно. Оно никак не может изменить нашу природу. Второй артикул. Воля человека при его обращении совершенно пассивна. Это тот же самый августинский монергизм. Человек оправдывается верой без заслуг в виде добрых дел. Это третий артикул. Четвертый артикул о том, что добрые дела, конечно, и несомненно следуют за истинной верой. То есть нельзя говорить о том, что добрые дела христианину совершенно не нужны. Они, конечно же, нужны. В пятом артикуле идет четкое разделение закона и Евангелия. Если понимается все учение Христа, то Евангелие – это проповедь покаяния и прощения грехов. Когда, однако, законы Евангелия противопоставляются друг другу, то Евангелие является собой проповедь утешения и радостное послание на осуждающие. Шестой артикул говорит, в частности, о том, что закон нужен верующим как указатель на их грехи, хотя они под благодатью. Ну и одиннадцатый артикул. Бог предопределил спасение для всех людей, но каждый человек может отказаться от него. И надо сказать, что лютеранство как раз смягчило монергизм Августина Блаженного. Вот в том виде, в каком он так возмущает восточных православных. Лютеранство не чуждо синергизму. С той лишь оговоркой, что да, человек содействует своему спасению, но не при помощи своих каких-то естественных сил, а с помощью сил, дарованных ему действием Божьей благодати. Да, у Лютера есть трактат о рабстве воли, но Мартин Лютер не был сумасшедшим. Понятно, что под действием Божьей благодати воля человека освобождается из рабства, и человек становится способен соработничать с Богом. И в этом смысле, вдруг неожиданно, Августин может быть примирен с Иоанном Кассианом. Формула Августина – «дай, что повелеваешь, и повелевай, что хочешь». Вот эта формула должна пониматься и понимается даже западными богословами. Как, во-первых, то, что воля Божия, она по сущности своей благая. То есть Бог не хочет зла. Бог не предопределил никого к гибели. Бог хочет, чтобы все спаслись. И, конечно, воля Божья не требует от нас слепого подчинения ей. Бог действительно спасает нас не без нас. Но именно Божья благодать включает в нас вот эту способность соработничать с Богом. Изменяет нас, делая нас способными желать спасения. Возрождает нас,
в новое творение, способное противостоять греху силою воскресшего Иисуса Христа, действием Его благодати. Так что мне бы хотелось, чтобы ортодоксы Востока и Запада перестали драться друг с другом и перестали вечно противопоставлять Августина Блаженного Иоанну Кассиану. Там есть о чем поспорить, но не лучше ли обратиться против действительной ереси, ереси Пелагия? Ибо и в восточном богословии есть то, что принято называть солофиде, то есть спасение Божию благодатью через веру независимо от дел. Любой православный христианин каждое утро, вычитывая утреннее молитвенное правило, произносит слова молитвы восьмой ко Господу нашему Иисусу Христу. И в русском переводе это звучит так. «Многомилостивый и всемилостивый Боже мой, Господи Иисусе Христе, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела мог спасти меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Так, богатый состраданием и неизреченный в милости, ибо Ты сказал, о Христе мой, верующий в меня будет жить и не увидит смерти вовек. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот, я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да зачтется же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь Ты никаких дел, оправдывающих меня. Но вместо всех их пусть будет довольна этой веры моей. Пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она покажет меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что отторг меня от Твоей, Слово Божие, руки и ограды. Но хочу ли или не хочу, спаси меня, Христе, Спаситель мой, скоро приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю, ибо Ты, Бог мой, от чрева матери моей. Сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без ленности, усердно, как я прежде поработал на сатану обольстителя. Буду же постоянно служить Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. А сегодня ведь тоже есть пелагиане. И вот помните, мы формулировали 6 пелагианских догматов? И третий догмат был сформулирован так. Младенцы рождаются в том состоянии, в каком Адам был до грехопадения, поэтому не нуждаются в крещении для вечного блаженства. А ничего не напоминает? Когда человек говорит, что крестить детей не нужно, потому что дети и так спасены, то он вдруг, даже не подозревая этого, становится выразителем пелагианской ереси. Когда человек считает, что младенцы рождаются безгрешными, а такую точку зрения можно встретить сплошь и рядом, человек выражает пелагианскую и целестивую ересь. Ну, некоторые могут возразить, что, например, даже католическая церковь отказалась от верований в лимбус инфантум и стала говорить о том, что некрещенные дети язычников, никогда не слышавших о Евангелии, могут быть спасены. Но тут есть тонкая грань. Да, там, где крещение и обычное, естественное просвещение детей в христианской вере невозможно, там мы уповаем действительно на милость Божию, заключающуюся в вере Евангелию от Иоанна, что свет истины просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть это надежда на то, что Господь благодатью Своею сам сверхъестественным образом просветит младенца, родившегося в нехристианской среде или даже в антихристианской среде. И также, как разбойник благоразумный был спасен не то чтобы без крещения. В древней церкви было такое понимание – крещение намерением. То есть человек намеревался бы креститься, будучи послушен Божьим повелением, но физически не имел такой возможности. Тогда благодать Христова вменяет ему его веру в праведность. Но если вдруг он получил возможность креститься и не крестился, тогда, конечно, он спастись не может, потому что
Он отвергает волю Божию о себе, как фарисеи отвергли Божию волю о себе и не крестились от Иоанна. Поэтому там, где возможно христианское просвещение, там, где возможно христианское крещение, преступно не делать детей учениками Христа. Христос заповедует: идите и сделайте учениками все народы. Учеником человек становится, когда он поступил в первый класс, а не закончил 11 класс. Учеником человек становится, когда он еще ничего не знает. И как же сделать учеником? А Господь говорит: идя, крестя и уча все соблюдать. Поэтому преступно не делать своих детей учениками Христовыми. То есть преступно не крестить их и не учить в наставлении Господнем. Поэтому, кстати, в лютеранской формуле согласия анафематствуются анабаптисты, утверждающие, написано, праведность младенцев и отрицающие первородный грех. Да, анабаптисты 16 века были пелагианами. Они отрицали первородный грех и необходимость крещения младенцев. К чести современных баптистов и пятидесятников нужно сказать, что они не учат, будто бы младенцы безгрешны. Они исповедуют полную греховность человека с самого момента зачатия. Но беда в том, что они учат, будто бы жертва Христова вменяется в праведность младенцам независимо от их веры. А вот это весьма спорное утверждение. Нигде в Писании мы не можем найти такого случая, когда Господь спасал бы без веры. Наоборот, сказано, что без веры угодить Богу невозможно, что благодатью мы спасены через веру и так далее. Так что выделять детей в особую категорию, которую без веры спасаются, на мой взгляд, это слишком смелое богословское допущение. Крещение, наставление в Слове Божьем – это средство Божьей благодати, Слово и Таинство. Через Слово и Таинство сообщается благодать Божия. И, конечно же, вера пробуждается в человеке от чрева матери, как говорит псалмопевец: «Ты, Бог мой, ты вложил в меня упование у грудей матери моей». Так что пелагианская ересь жива и сегодня, и весьма опасна. Поэтому и анафематствуется она Третьим Вселенским Собором. Если который областной митрополит, отступив от Святого и Вселенского Собора, приложился к отступническому сонмищу, или по сём приложится, или целестие его мудрствование принял, или примет, таковой против епископа в своей области что-либо делать отнюдь не может, яко отныне собором от всякого церковного общения уже отверженный и недействительный. Если которые из клира отступят и дерзнут особо или всенародно держаться Несториево или Целестиево мудрствование, праведным признал Святой Собор изверженным быть и сим из священного чина. Подвязайтесь за ортодоксию, поддержите наш канал своими молитвами, поддержите наше служение вашими пожертвованиями. Очень надо, нуждаемся. К сожалению, как-то вот немножечко подупало количество пожертвований сейчас. Я вас прошу, ну не забудьте, прямо сейчас вот перейдите в описание, там есть реквизиты для ваших пожертвований. Поддержите, чем можете. Ну и поставьте лайк этому видео, чтобы оно распространялось алгоритмами Ютуба. Не ради моего тщеславия, но ради славы Божьей. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.